С сегодняшнего дня в регионе начинают работу суды. Возобновляются заседания по административным и уголовным делам. И тем не менее, с учетом санитарной обстановки, войти в здание суда посетители смогут только при наличии средств защиты. Слушания будут проходить в медицинских масках с соблюдением социальной дистанции. Ограничен и прием граждан. Передавать процессуальные документы рекомендуется в электронном виде во избежание скопления людей.